Эй, привет, хиканы! Хочу с вами поделиться хорошей новостью. Жители Украины прекрасно знают, что в Донецке и Донецкой области не работают банкоматы, отделения и бас-терминалы Приватбанка. А у меня там как раз были деньги, которые донатили хиканы на подарок бабуле. Я не знаю, как это произошло, но милосерднейший Аллах вчера просто вбил в мою голову мысль пойти вечером и снять все эти деньги. Не знаю, как милосердие... как провидение смилосердилось надо мной. И, значит, я их пошел и все до копеечки снял. Вот, так что деньги хиканов нифига не пропали. Подарок уже готовится. Парень, которому я дал деньги, уже практически нарисовал эту картину. Все отлично. Так что хиканы, все будет заебись. Я вам обещаю. Значит, слава бабуле, хиканам слава. Пока.